Всем доброе утро, девчонки. Сейчас утро воскресенье. Ну как утро? Уже, наверное, часов 11:30, наверное, где-то так. Но я приболела и, в общем, чувствую себя совершенно неважно. Лёша, как обычно, в воскресенье на работе. Вчера у нас тут был просто какой-то сумасшедший ветер, настоящая метель. Сейчас ветер стих, но достаточно холодно. На окне снег. И с обратной стороны прям такие льдинки у нас. Давайте, наверное, девчонки, покажусь вам в кадре. Еще раз привет. Сейчас буду убираться. И заодно сделаю такой небольшой обзор другого нашего пылесоса. Тефалевского вертикального пылесоса. Он не моющий, то есть он просто обычный вертикальный пылесос. Стоит он где-то, по-моему, 10-11 тысяч, я проверяла. И мне его прислали не на обзор, то есть я не должна отчитаться за него. Мне его прислали как плату за другое мое видео, за другой обзор. Но девочки спрашивали, потому что в одном из логов я его как-то засвечивала в одном из таких первых логов, когда мы переехали, и он пришел мне раньше, чем Philips. В общем, вот такой вот тефаль вертикальный. Я, девчонки, могу его советовать просто на 1000%. Знаю, качество здесь абсолютно соответствует друг другу. И у него мощность 25, а у Philips 18. Поэтому из-за того, что этот пылесос у нас был раньше, чем Philips, когда пришел Philips, при использовании сразу ощущалось, что он менее мощный. И поэтому сначала я к Philips так скептически отнеслась, но потом в процессе использования, где-то 2 месяца мы, наверное, им пользовались, я поняла, что 18 хватает для того, чтобы его счищать, и пыль, как бы все, все он засасывает. Но просто на фоне 25 мощности он, конечно же, так значительно проигрывал. Но опять же, это на уборке никак не сказывалось. Здесь 3 режима. Вот, я убираю полностью на минимальном режиме, на максимальном, на турборежиме он просто зверь. Он, я не знаю, сосет как самолет. Да, он, конечно же, и гудит сильнее, но я вам включу, показать звук, как он идет. У него хороший вместительный контейнер, я не знаю, будет сейчас заметно, сколько там пыли. Вот столько пыли накопилось за уборку одну. А зарядка у него, кстати, держится тоже побольше, чем у Philips, несмотря на то, что вроде бы мощность больше, но тем не менее. Пыль он тоже как собирает в такой клубочек, то есть утрамбовывает ее. У него есть подсветка, я сейчас включу, тоже вам покажу. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что на ковре он застревает. То есть у него такая же щетка с щетинками, которая волосы наматывает. Тоже она снимается, там чистится, все это, в принципе, один в один. Но эта щетка, лично вот этот наш ковер, она как-то сильно затягивает, и он как будто бы, знаете, так, не прокручивает ее нормально из-за того, что сильно всасывает этот ковер, и он как будто немножко застревает. В общем, такие вот у меня ощущения. Что касается вот этой угловой щетки, это удобнее, чем у Philips, и тем более у него подсветка есть. В этом плане такая щетка мне больше нравится. И мы с Лешей думали, что в конце решим, какой пылесос нам останется, и, в общем, какой отправим маме и бабушке. В итоге Леша голосовал за этот пылесос, несмотря на то, что он не моет. А мне же нравится и этот пылесос, и тот пылесос, тот нравится тем, что он моет, этот нравится, что он помощнее и у него более удобная угловая щетка. В общем, мы в итоге посовещались и решили оставить этот, а моющий отдать бабушке и маме. Но бабушка и мама сказали, что у нас есть пылесос, ребят, попробуйте его продать, вам сейчас нужны деньги, мебель, все такое. В общем, мы пришли к выводу, что я попробую продать Philips на Авито. Если продастся, то отлично, купим что-нибудь из мебели. Если не продастся, то так и отдадим его бабушке. То, что вертикальный пылесос — это просто мега вещь, это мега удобно с детками. Какие-то крошки, даже вот вы готовили на кухне, не нужно никуда ходить, там брать эти веники, совки, пылесосы раскладывать. Вот, просто протянул руку, включил кнопочку, собрал это все. И все. Включаем. Это первая скорость. Подсветка. Сейчас свет хороший, не особо будет видно. Пойдемте, наверное, в темноту. Ну вот. Достаточно маневренный. Легко поворачивается. Вторая скорость. И
третья. И сейчас попробую показать, как пыль там крутится. Надеюсь, видно. Там, видите, прямо эта пыль, она крутится и собирается в комочек. Надеюсь, мой отзыв был вам полезен, он 100% честный, можете не сомневаться в этом. Вчера еще меня немножко расстроила новость о том, что наш диван будет готов только через 2 месяца, представляете, девочки. Приходили замерщики, очень нам понравились, такие хорошие ребята, надеюсь, что они так же хорошо и качественно делают, как общаются с клиентами. Уже внесли мы предоплату, в общем, там все расчертили, весь проект, все обсудили. В итоге диван вышел на 37,5 тысяч, это без подушек, еще подушки, я даже не знаю, во сколько они обойдутся, вот эти, да, поролоновые, как сиденья. Будут они белые, то есть у нас будет все белое, и дальше будут какие-то декоративные, много-много хочу подушек там раскидать, всяких декоративных, какой-нибудь плед новогодний. В общем, я мечтала о том, что Новый год я буду встречать на этом диванчике, но нет, дудки. Сказали, только в конце января будет готов. Вот так вот. Но мы будем делать камин вскоре. То есть Лёша уже, надеюсь, что он всё-таки закончит эту работу. Потому что он мне каждый раз говорит, ещё неделя. И это единственный недостаток у Лёши, который меня прям бесит. Он не умеет правильно посчитать, сколько времени ему нужно, там, чтобы что-то закончить. А я как-то об этом уже рассказывала, да, когда дело касалось нашего ремонта. В общем, я очень надеюсь, что он все-таки закончит за неделю свою работу, там, где он сейчас работает, и мы будем делать каминчик, потому что я так скучаю по нашему камину, который остался у нас в Махачкале. И мы будем делать, наверное, точно такой же. Поэтому я уже мечтала, что будет камин, там повесим телек над камином, в общем, будет диванчик, будет уютно, красиво. Но реальность такова, что нет. Говорят, что очень много заказов, причем я еще столкнулась с такой проблемой, что здесь, столярных мастерских может быть 10, к которым я обращалась, и многие просто игнорят. То есть я им спросила, вы делаете это? Они говорят, да, конечно же мы делаем. В итоге я у них взяла почту, я отправила им размеры, я отправила им дизайн, я отправила им, с чего я хочу, какого цвета, какого материала, и сказала, посчитайте, пожалуйста, мне и скажите сумму. Игнор полный, то есть почту они дали для того, чтобы я это скинула, и просто пропали, то есть они игнорят, клиенты никому не нужны. Еще вчера, когда мы сидели, подписывали договор, один из мастеров так посмотрел на нашу кухню и говорит... Мне нравится ваша кухня, у вас так светло, все выдержано в одном стиле. Было приятно получить комплимент. Вкусно, а? Ты же так хорошо поела, дочь. Мама, готова. Не будем уже играть. Руслан тут придумывает стратегию, как выиграть маму в крестики-нолики. Какой там у нас счет? 5-1? Да. Алис, ты реально помещается это в рот. Боже мой, это нечеловеческие какие-то звуки. Бяка. Мама, ну давай уже. В первой половине дня могу позволить себе белый хлеб с творожным сыром. Просто обожаю вот этот вот творожный сыр. Еще какая-то есть марка, забыла, но вот этот вот самый мой любимый. В общем, чаёк. Сегодня уже понедельник, и сегодня приезжает к нам наша мама. Не знаю, насколько, может быть, до Нового года будет, после Нового года уедет. Может быть, раньше, в общем, может быть, устанет, раньше времени уедет. Приедет помогать встречать Русланчика со школы. Вот, ну, в принципе, что им там дома в Махачкале делать, им там, на самом деле, очень скучно. И вообще, я им все время говорю, перебирайте сюда в Ставрополь к нам поближе. Но они ни в какой не хотят. Даже не то, что мама не хочет и бабушка, они хотят наши мужчины, папа и дедушка. Сейчас буду варить компот сухофруктов. Здесь вроде бы мама отправляла с бабушкой курагу и грушу.
хорошие яблоки сушеные. Также варю макароны. Вчера сделала подливу с тефтельками, с фрикадельками и суп с фрикадельками, да. Сварила компотик без сахара. Сейчас Алисе дам тепленький. Ой, ну что ты? Сморщилась, я в глаз себе налила. Ну, Алиса, давай, попробуй. Такой вкусненький. Мама, что бы ты посмотрела? Если бы я была ты, я бы сейчас делала уроки. Да. Я бы сейчас делала уроки. Опять у тебя майка торчит. Руслан, заправь. Так. Курьер привез посылочку. Я думала, что с Ламоды три новых аромата пришло, но нет, облом. Это посылочка от Мэри Кей. Тоже вроде бы они должны были отправить мне несколько, один или два новых аромата своих. Посмотрим, сейчас откроем. Так, виш, туалетная вода, виш. Так, вот она открывается. К тому же Алиска капризничает. Никогда не пользовалась ни одним ароматом от Мэри Кей. Вообще не знакома была с этой косметикой и вообще парфюмерией. Очень приятный аромат. По крайней мере, с флакона. Сейчас попробую нанести на запястье. Пока пахнет каким-то вкусным детским шампунем или яблочным гелем для душа. Так, и второй аромат, по-моему, мужской. Ocean High Intensive. Да, я так понимаю, это мужской аромат. Вот так вот он выглядит. Ну, Лёша не очень любит всякие морские бризы, водные какие-то ароматы. Так что, наверное, подарю папе. Подарю папе, как раз у папы было 2 декабря день рождения, и он спрашивал, нет ли у тебя там, Карин, каких-нибудь духов для меня. То передам папе. Приехала сегодня с пенсионного фонда. Через сайт госуслуги подала заявление на материнский вот этот вот сертификат. В общем-то, думала я, что мне позвонили и уже вызвали, чтобы получить этот сертификат. Но что вы думаете? Взяли опять мои документы, опять составили это заявление и сказали, что сертификат будет только через 1,5 месяца. Вопрос. Зачем тогда я все оформляла на сайте госуслуги, если мне все равно пришлось ехать в пенсионный с этими документами, которые я вбивала на сайте, и опять это заявление там подписывать? Я вот это не могу понять. Зачем тогда этот сайт нужен? Сейчас у меня была в гостях Оксана, близнец. Вот тут мы тут плюшками баловались, и вижу, что она забыла мой подарочек ей. Точнее, не ей, а ее Алексашкину. Такую вот металлическую картинку я ей выбрала с китайского сайта. С такой правильной для нее надписью. Уже не представляю квартиру Оксаны без кота. Забыла. Так что вернешься еще в гости. Я подсадила маму на Джоджо Моис. Она все мои книги перечитала и вот привезла еще. Тоже как-нибудь на досуге почитаю. Кстати, девчонки, напишите, какой роман Джоджо Моис вам больше всего понравился. Мне пока что «До встречи с тобой» все-таки больше всего нравится из того, что я читала. Ну-ка, поздоровайся с моими зрителями. Супер, блин.